Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Талант. Привет, Лунтик. Привет. Я тут такое прочитал. В книге написано, что индейцы давали имя не просто так. Каждое имя что-нибудь значило. Если у тебя есть какой-нибудь талант, тебя так и называли. А у тебя, Кузик, какой талант? Ну, я не уверен. Мне нравится имя «Зоркий глаз». Так индейцы называли тех охотников, которые всегда попадают в цель. А как мне узнать, какой у меня талант? Пошли играть в индейцев и все узнаем. Если индеец был сильным, его называли «Могучая река» или «Большая гора». Это здорово! Называть себя по своему таланту. О, смотри, я, кажется, вижу добычу. Высоко висят. Не получается. Слишком высоко. Я тоже хочу попробовать. Ой, я попал. А ты говорил, не знаю свой талант. А сам? Извини, Кузя, я правда не знал, что так умею попадать в цель. Значит, это ты и есть настоящий зоркий глаз, а не я. А что же тогда могу я? Не переживай, Кузя. Мы обязательно узнаем, в чем твой талант. Вот только надо ягоды, то есть добычу домой отнести. Ну, это мне под силу. О, точно, придумал. Я как могучая река. Вмиг их донесу до дома. Здорово, малышня! Здравствуйте. Что это у вас на голове? Смотри, Вупсин, ягоды! Мы с Кузей играем в индейцев, а ягоды – наша добыча. Мы тоже хотим в индейцев играть! С добычей! Хорошо, только эту добычу надо домой отнести. О, это мы мигом! Опа! Может, мы лучше съедим ягоды? Да-да, давайте съедим! Ягодка! Вупсин и Пупсин гораздо сильнее меня. Это им больше подходят имена «Могучая река» и «Большая гора». Это что за имена такие? Индейские имена, которые дают не просто так, а за какой-нибудь талант. Да, это точно. Мы сильные. Как «Могучая река» и «Большая гора». Вот, смотрите. Да, точно. Давайте охотиться на одуванчики. Оп! Так нечестно. Ты, Кузя, слишком быстро бегаешь. Лунтик, я, кажется, нашел свой талант. Быстрый, как ветер. Как тебе такое имя? Мне нравится. Здорово. Быстрый, как ветер, поймает все одуванчики. Привет, ребята. Привет. А во что вы играете? Мы играем в индейцев. Хочешь с нами? А что я должна делать? Охотиться. Мы начали охоту на одуванчики. Вперед! Ура! Лови! 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 Ура! Я поймала? Ну вот, оказывается, ты, Мила, быстрее меня. Скорость – это твой талант. Как здорово! Талант! А у тебя разве таланта нет? У меня нет, это точно. Кузя, пойдем играть. Я научу тебя попадать в цель. Нет, Лунтик, я не смогу. Я не могу попасть в цель. Я не сильный, как Вупсин и Пупсин. И Мила быстрее меня. У меня нет никакого таланта. А может быть... Помогите! Помогите! Я, кажется, запуталась. Могучая река! Большая гора! Не надо трясти! Мила, мы тебе поможем. Погоди, минуточку. Ой! Не получается. Кузя, придумай что-нибудь. Вот, кажется, все. Спасибо, Кузя! Ура! Молодец, Кузя! Ты очень ловкий, Кузя! Индейцы бы тебя назвали Ловкий Попрыгун! Ловкий Попрыгун? Мне нравится! И очень тебе подходит! Ловкий Попрыгун! Здорово! У каждого есть особые умения, свой талант. И он обязательно раскроется, если его искать. Ведь Кузя даже не подозревал, что он самый ловкий из своих друзей.